Всем привет! Вы на канале Motorola Россия, и мы продолжаем рассказ о потрясающих возможностях нового смартфона Motorola Edge 20 Pro. Ранее мы продемонстрировали технологию Radifo и ее специальные режимы для работы и отдыха. Ссылка на этот ролик находится в комментариях. В этом видео мы расскажем о гейминге на смартфоне Edge 20 Pro в режиме Radifo. И самое главное, ответим на вопрос – способен ли мобильный гейминг стать достойной альтернативой консолям? Конечно же, многие игры являются таймкиллерами и созданы специально, чтобы скоротать время в длительной дороге или ожидании. Но что если речь идет о потрясающих играх, таких как PUBG, Asphalt 9, Call of Duty или Need for Speed? Детализированная графика этих тайтлов действительно делает их достойными больших экранов. Для захватывающего игрового процесса нам понадобится смартфон Edge 20 Pro, монитор или ТВ и, конечно же, геймпад. Легко подключаем геймпад к смартфону через Bluetooth. Для этого необходимо зажать определенную комбинацию кнопок, а в меню настроек смартфона подтвердить подключение. В свою очередь подключить смартфон к телевизору можно как проводным, так и беспроводным способом. Чтобы сократить время отклика, а для гейминга это очень важно, мы рекомендуем все же использовать проводное соединение с помощью комплектного кабеля Type-C HDMI. В режиме Radifo выбираем специальный режим «Игра», где видим всю нашу игротеку. Обратите внимание, что меню является настраиваемым, и мы можем исключить игры из списков, которые не планируем играть на большом экране. Помимо того, что вы можете играть в различные игры, у вас есть возможность записать ваш игровой процесс и потом поделиться лучшими моментами с друзьями в мессенджерах или даже разместить видео на YouTube. Так как сам смартфон Edge 20 Pro в режиме Radifo работает в автономном режиме, то во время игры вы можете запускать различные приложения, смотреть ролики в YouTube, проверять любимый канал в Telegram и даже играть в компьютерную игру, пока вы играете в компьютерную игру. Все это возможно благодаря топовому чипсету Qualcomm 800 серии и 12 гигабайтам оперативной памяти. Действительно, мобильные игры выглядят более эффектно на большом экране, но вряд ли вы сможете полноценно заменить ими консоль. С другой стороны, вы всегда сможете использовать Edge 20 Pro и технологию Radifo для гейминга в отпуске в отеле, отвлечься от рутины и поиграть в обеденном перерыве или устроить настоящее захватывающее соревнование с друзьями. Надеемся, вам понравилось это видео и новый смартфон Motorola Edge 20 Pro с уникальной технологией Radifo. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы и подписывайтесь на наш канал. Увидимся!